Хорошее утро! И сегодня у нас в гостях Самвел Айрапетян. Это скрипач-виртуоз, композитор. Самвел, пожалуйста, артист, проходи к нам. Доброе утро. И просто невероятно обаятельный и приятный человек. Доброе утро. Спасибо, что проснулся. Какой ты, ты взбодрил всю Кубань вот этой песней. Мне спасибо кажется, тебе. Это очень сложное произведение для скрипки, правда? Ну, если учишься этому, если не соврать. 28 лет, наверное, уже не сложно. 28 лет ты уже играешь на скрипке. Угу. Со скольки лет начал заниматься? Ну, 6,5. 6,5. Это вообще считается идеальный возраст для... Ну, из 5 начинают играть. Из 5, из 6, 7, да. Мы знаем, что помимо того, что ты виртуозно играешь, ты еще и делаешь скрипки. Да, изготавливаю инструменты. Это как раз вот мой инструмент, 36-я работа моя. Вау. Для себя? Можно конечно, потрогать, посмотреть? Ничего. То есть 36 скрипок ты уже сделал. Да, это 36-я. Да. А ты себе сделал первую и на ней играешь? Либо ты каждый раз это новенькую? Самая новая, это самая новая. Ты, то есть самую новенькую забираешь себе? Да, это самая новая, ей 3 месяца буквально. А, наверное, самый лучший. Вопрос такой. Вот, ну, сколько такая скрипка может стоить? Ну, примерно, доходит до какой суммы? Ну, грубо говоря, ну, максимум из того, что выходило из моих рук, где-то до 400 тысяч. 400 тысяч. Да. Ну... Женечка, поаккуратней. Тогда... Это все, как говорится, ручная работа полностью. Насколько кропотливо это вообще? Ой, очень кропотливо. И просто у меня каждый инструмент делается где-то около, особенно в последнее время, около года, где-то 309-10, потому что просто времени не хватает пойти в мастерскую работать. Скажи, пожалуйста, а вот этого ангелочка ты тоже сам? Ну, вот этого ангелочка и колочки, он там вот вверху. Ой-ой-ой. Есть такое, что вот каждый инструмент, он как-то звучит по-разному? Они все звучат по-разному, так же, как и дети, они все разные. Ты мог бы нас, ну, хоть как-то вот научить чуть-чуть? Играть и делать? Если нет, делать, нет, не делать. Нет, играть, хотя бы что-то элементарно. Это я всегда мечтала себе. Это так красиво. Только... Смотри, волосы могут запутаться. Ага. Это все, да? Угу. Вот, ногти, пальчик. Наверное, будут мешать, да? Да ничего, главное, не порвать сразу. А ногти как? Ну, вон что-нибудь вот здесь вот. Вот здесь, да? Примерно, да. Ну, Полин. Полина, как здорово у тебя получается! Вау! Ты рождена для этого! Вау! Это как дети начинают играть на скрипке. Можно я возьму скрипку? Итак, да, мне кажется, это просто наказание для всех соседей. Ребята, если наверху, если у вас юный скрипач. Нет, если у вас нет соседа-скрипача, то я сейчас разбужу вас всех. Просыпаемся! Слушай, у меня здорово очень получается. Очень благозвучно. Просыпаемся! Все, достаточно. Знаете, я был недавно, относительно недавно своим продюсером в Италии. Ездили по концертам там. И там мне довелось поиграть на скрипке Страдивари. Вау. 1717 года, стоимостью 3 миллиона евро. Как ощущения? Ощущения, конечно, очень. Просто потрясающие ощущения. И что жалко, мы готовы были этот инструмент взять их в аренду, чтобы здесь на концерте радовать наших российских слушателей. Но не дают. Европа не дают. Не выпускает, да, за пределы? Не выпускает за пределы. Ну, я думаю, что на самом деле твоя скрипка звучит не хуже. Мы знаем, что ты очень любишь, ну, не то, что любишь, а часто устраиваешь концерты с симфоническими оркестрами. А вот как комфортнее? Все-таки выступать сольно или с оркестром? Не, ну, оркестр, это, конечно, лучший аккомпанемент оркестра. Наверное, нет в этом мире ничего, ни одна аранжировка не заменит оркестр. И я просто обожаю выступать с филармоническим оркестром под управлением Кузьминского. И уже дали наверное, на Красный 5 концертов почти каждый год подряд. Ну, вот сейчас планируем 30 сентября сделать, наверное, впервые open-air на драмтеатре, сольный концерт, то есть тоже с оркестром. Ну, впервые open-air под открытым небом, ты представляешь? А сколько вы собираетесь собрать людей? Ну, я вам так скажу, на Красный 5, грубо говоря, 1054 места. Последний концерт на 1 марта, это все платный, был полный аншлаг, еще людей бесплатно заводили. Просто еще очередь, да? Тогда я представляю, если сделать рекламу за месяц, и это будет все бесплатно,
понятно для всех. Ну и по моим меркам, я считаю, что... Я приду просто вот в первых рядах. Я очень хочу. Планирую, попасть. Мечтаю, надеюсь, это что до 10 тысяч народу будет. Слушай, ну вот смотри, тот, кто играет на скрипке, обычно у них абсолютный слух. То есть они могут подобрать абсолютно любую мелодию вообще на раз-два. Давай сейчас с тобой немного поиграем в такую игру. Мы тебе говорим мелодию, ты нам ее играешь. Первое — это тема из... «Пиратов Карибского моря». А, моя любимая. Эй! Поднимайте мачты и просыпаемся! Идем дальше. Нирвана. Нирвана. А теперь... Что-нибудь... Неожиданно. Распрягайте, хлопцы, кони. Мы же на Кубани. Даже так, ребята. Хорошее утро, возможно, все, если в гостях Самвел Айрапетян. Маруся, раз, два, три, Калина, тазовая детина. Я не помню. Самвел. Что еще? Вот смотри. Такая музыка, она просто настолько бодрит, пробуждает аппетит. Мы тебя сейчас хотим пригласить в зону нашего хорошего завтрака и приготовить что-то вкусное. Бери с собой. Бери с собой. Я думаю, она нам пригодится. Друзья, время для хорошего, красивого завтрака. Итак, друзья, сегодня мы будем готовить симфонию вкуса. Вместе со скрипачом-виртуозом Самвелом Айрапетяном. Для этого нам понадобится армянский лаваш, сыр сулугуни, зелень и помидоры. Отлично. Все это нужно мелко нарезать для начала. Самвел, а подскажи, вот как ты считаешь, с какой мелодии лучше всего начинать день? Вот чтобы наверняка проснуться. Чтобы... Даже так. Ого! Тревожное начало дня. Ну, это как такое, чтобы припинуться, чтобы взбодриться. Это, мне кажется, на будильник, если поставить, да. Ну, что-нибудь такое, наверное, романтичное. Да. Прям захотелось, захотелось уже следующую серию увидеть. Отлично. Ребята, кто не знает, это тема из «Игры престолов». Но, слушай, я теперь понимаю, насколько вообще любят тебя соседи, скажи. А? Ну, ты дома не часто жаловались. Репетируешь дома? Да. Вообще, каждый день. Вот тем, кто занимается музыкой, я знаю, что нужно каждый день играть вот, на инструменте. А вот сейчас уже, когда ты профессионал... Надо играть всегда, да. Это такой инструмент, что надо играть всегда. Особенно, когда готовлюсь к концертам, то очень много, 5-6 часов. Так вот бывает такое. Да, ну, бывает и халтуры, конечно. А, вообще, даже великий гений Паганини говорил, что если я не занимаюсь один день, это замечаю я, если занимаюсь два дня, это замечают другие. То есть, так. Если такие гении так говорили, то нам смертно что говорить. Скажи, а вот... Сутками заниматься. Дети твои занимаются музыкой? Да, старшая у меня дочка занимается, уже третий класс перешла. Тоже скрипка? Да. Заставлял? Нет, она любит, у нее очень хороший педагог, и, то есть она бежит на уроки. Ты бы вот прям хотел, да, чтобы все-таки дети тоже занимались музыкой? У меня их трое. Трое? Молодец, целый симфонический оркестр будет. Или через семь. Ты сам с ними занимаешься? Да, старше занимаюсь, но я говорю, времени не так уж много, как хотелось бы уделять этому, потому что не бывает дома постоянно. Самвел, а какое было самое вот странное место, где приходилось играть тебе на скрипке? На таможне. Есть такое? На таможне? Да, на таможне. Чтобы провести мне было ту лет самую... 15, мы с мамой ехали, мы тогда жили в Туркмении, ехали на автобусе и проходили таможню, узбекско-туркменскую таможню. И что-то таможники там чему-то придрались, что ли, скрипки или еще что-то такое. Ну и я ему объясняю, ну я пацан тогда, я скрипач, говорит, моя скрипка. А докажи, что ты это скрипач. Мы так хотели послушать. Ну, а ты не сказал, а докажи, что ты там можешь. Ну, открыл футляр, начал играть, сразу все вопросы решились. Да. Сразу там такая акустика была, знаете, как в органном зале. Оказались деньги, и ты как бы не остановился и продолжил. Нет, было вообще очень классно. А давайте немножко вернемся к нашему завтраку. Женя, что мы сделали? Я даже сама не поняла. Можно натереть, можно порезать, просто мелко-мелко сыр сулугуни. Добавили сюда мелко также помидор и зелень. Делаем... Мясо нет нигде добавить. Конверт.
Мята? Мясо, мясо. Сделать настоящий мужской завтрак. Вот так. И теперь вот этот конверт можно поджарить на сковородочке, будет очень вкусно. Можно даже его предварительно обмакнуть в кляре. Ну, в нашем случае мы можно поставить просто в микроволновку. А пока Самвел сыграет то, что играл на таможне. Итак, Самвел, 30 секунд. Ой, запорол. Ой! Что-то там стреляет, по-моему. Там. Итак, поставить на 30 секунд. Что же из этого выйдет? Не прошло еще. Готово. Все. Итак, смотрим, что у нас получилось. Вот такой вот. Ребята, посмотрите, получилось настоящая симфония вкуса. Обязательно попробуйте, должно быть вкусно. Смотрите, какая красота. Итак, Самвел, ну, еще одну мелодию напоследок, чтобы все проснулись. Ну, для девушек, для очаровательных дам Кубани. Друзья, с вами это и другие интервью вы можете посмотреть на сайте kuban24.info. Ну, ТВ. Ну, а далее у нас факты, спорт. Факты. Погода. И возвращаемся в студию. Хорошего утра.